на стриме. Мы вот сейчас будем делать наконец-таки, доделаем точнее ферму водорослей в нашей любимой лаборатории, которую мы любим проходить. Вот. Сейчас мы это сделаем наконец-таки. Вот сюда все принесли уже. И остался последний воздушный фильтр. Завершаем. И вот она, ферма водорослей, наконец-таки доделана. И теперь мы будем получать отсюда водоросли. И лишний раз не будем ходить по локациям на катере. Вот такое вот у нас достижение, ребята. Вот такая вот маленькая победка. На данном новичке за 107 дней. Ну, можно было и раньше это сделать, но у меня все фильтры уходили на вездеход. Мы недавно вот только на вездеход собрали все 150 воздушных фильтров, которые нужны были. И вот теперь можно заняться и другими какими-нибудь крафтами. Ну а на этом все, ребят. Спасибо. Спасибо. Листайте ленту ТикТока дальше. Либо смотрите дальше видео на YouTube. Ну а всем пока.